Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие этого года подвели сегодня. В коллегии Главного управления МВД России по Алтайскому краю поучаствовал губернатор региона Виктор Томенко. По словам генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна, почти на 15% снизилось число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В основном это дистанционное мошенничество и кражи денег с банковских счетов. Количество последних, кстати, уменьшилось больше, чем на 40%. Кроме того, за полгода выявили больше 1500 наркопреступлений. 75% из них относятся к тяжким и особо тяжким. Всего в текущем году расследованы уголовные дела в отношении 17 организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков через интернет и сбыт, так называемый, из рук в руки. Губернатор отметил основные направления взаимодействия региональных властей и органов внутренних дел по обеспечению безопасности. И подчеркнул, что совместная работа выстроена эффективно. Часть сотрудников Виктор Томенко наградил благодарственными письмами, почетными грамотами и медалями. Это позволяет своевременно корректировать текущие задачи, оперативно реагировать на изменения ситуации. Надеюсь, что и впредь наш диалог будет продолжаться в таком конструктивном ключе. Еще раз хотел бы поблагодарить вас всех за добросовестную работу, профессионализм и пожелать успехов в достижении всех поставленных задач. Спасибо.